Проверилось соединение? Не проверилось. Сейчас. Ну-ка. И никого. Никого? Слушай, ну это опять что-то происходит. На, держи. Я держу. Поставил авиарежим. Давай. Показывай. Ой. Маська купила у меня амаранта. Не ссыте, сейчас я его готовить не буду. Сегодня у нас будет очень простое блюдо, просто ребра и просто картошка с соломкой. Покажу, как можно приготовить для всей семьи быстро, просто, и даже если ты просто не умеешь готовить. И вам тоже. Hello! Ой, какая картошечка красивая. Да, мне ее специально выбрали. Прям. Спасибо, девчонкам скажу. Да, я тут. Что делаем? Готовим мы. Вот, сейчас приготовим, пойдем посмотрим интересные фильмы. Блюдо будет называться «Без лишних слов». Без лишних слов? Без лишних слов. И без лишних умений. Вообще. Тяп-ляп и все готово. Вот не надо про тяп-ляп, но тем не менее, будет вкусно очень. Нет, ну это, например, кто-то не умеет готовить, а вот это каждый сможет, даже кто не умеет. Да. Все нам говорят привет, привет, здравствуйте. Привет. Слушайте, обсудили, сейчас встречались. Короче, как обычно, я буду страшным. Не будешь ты страшным, ты будешь очень такой. В общем, будут очень крутые два образа завтра у нас. Покажем завтра бал. Ох, я, знаешь, люблю такие вещи, это так интересно. Да? Тем более костюмированные. Ну вот где ты походишь в таком? Еще есть, знаете, будет профессиональный грим. Я уже 13 лет хожу. Да? У меня свой бал костюмированный. И бал ты весь, да? Да. А вот вы участвуете в моем балу? Участвуешь. Уже почти скоро 4 года будет. У меня с тобой уже срок какой. Срок, да, конкретный. Я уже скоро, представляешь, а потом 5 будет. 5 у него лет. Никогда ни с кем так не было. 5 лет с тобой мотать, ты представляешь, это же вообще... Ух-ху. Что? Вместе, что это? Вместе. Ух-ху-ху, это вот сейчас это ух-ху-ху, это что было? Ух-ху-ху, это в смысле для меня... Ого-го, это ого-го или... Ого-го, это немало. Ого-го, это немало, это что, срок? Подождите, сейчас я это... Что? Инстаграм у всех завис. Герпес? Да, он уже даже, он, видите, все проходит. Это в смысле, что, ну, это... Ну-ка, вот сейчас мы... Респект! Вот... Респект я имею в виду. Он такой, ты сразу понятно, что... Неужели по мне непонятно, что я тебя люблю? Срок мотает с тобой. Да, вот говорит, как будто, знаете... 2 по 8, 3 по 5. Ну, это не моя история, Мася. Да? Я обычно... У тебя 6 по 3. У него 6 по 3. Нет. Кто-то там до 3 не доживал. Кто-то до 3 не доживал? Да. Синяя борода, Александр. Синющая. Ой. И только я смогла обуздать. Чего? Пламя моей любви. Обуздать. Горнило моей страсти. И вот он я. Да? Да. Ребрышки мы делаем в гриль. Бирбикю написано. Мась, когда летите в Турцию? На мой день рождения точно, чисел пока не знаю. Ира, у тебя проблемная кожа? Еще какая? Пробовали семена чиа? Да. Мася, поехали. Поехали. Сняла проклятие 3, ага. Первый ингредиент – ребрышки. Ой, почему я все время боюсь, блин, когда ты вот что-то вот такое делаешь? Страшно мне даже. Так, не думаешь, от всех уколов на лице стало только хуже? Не-а, абсолютно нет. Так, давно эфир? 4 минутки всего идет. Ой-ой-ой, мам! Сейчас вот он все это выложит. Все, теперь можно нормально к вам сюда присоединиться. Здравствуйте, Мась, как ты пришла к таким весам с протрузией? Ты начинала с тренером, вот, с ним я начинала. И... Да, начинала, ну ты кончаешь только, дорогая. Вот. И с остеопатом. Был остеопат в Питере, который вправлял меня, а он меня тренировал. Мы искали углы, искали под меня, подбирали упражнения, которые могу выполнять. И, в принципе, вот, ну, нашли. Второй ингредиент – это картошечка, и меленько вот так вот ее нарезаем соломкой.
какая-то соломка, мам. Ну, я красиво показал там. Ну, это не соломка, как бы. Давай так. Ну, не, это ваше блюдо. Яйца курицу не учат. Да. Мася, дорогая, как твой целлюлит? Мам, как мой целлюлит? Я его сзади не вижу. Я массирую, не беспокойтесь. Массирует он мне. Вот так вот, всяко-разно. А мне не видно, мне хорошо. Что готовите? Ребрышки. Новые ноготки? Да. Эх. Сейчас, кстати, пойдем посмотреть фильм интересный. Это еще одна тема из альтернативной истории. Уже подписчики нам присылали. Да. Спасибо вам за это. Да, это очень круто. Поделитесь знаниями, прикольно, очень приятно. Привет нам с Кипра передают, с Казахстана. Всем дорогие приветики. Вот. И сказали, что после просмотра этого фильма у нас вообще поменяется весь смысл жизни даже. Ну, в общем, мне даже интересно, думаю, что же там такого перевернет. Где целлюлит увидели? Ну, где-то увидели. Всем приветики, все к нам еще присоединяются. Мамка обещает, что будет вкусно. Привет из Великих Лук. О, Великий Лук, привет, Минск. Великолучанин. Да. Махачкала нам передает приветики тоже. Муа, всех люблю. Это была такая песня. Да? Великолучан. Кстати, у Великолучан где-то в начале июня должно быть воздухоплавание, открытие воздухоплавания. Стамбул нам передает. Поедешь? Не. А что? Нет. Это, кстати, очень интересное зрелище. Да, проходит у меня уже герпес. Все, он уже у меня засох, корочка, все. Вот, как бороться с целлюлитом? Слушайте, вариантов целая куча, я показывала от ручных массажей, аппаратных, все что угодно можно делать. С 5 февраля все в ленте, все в ленте. Так, что там процедура на голове у мамки? А посмотрите в ленте, мы же показывали, в Стамбуле были. Все рассказывали. И за Анапой даже бред. Тепленько у вас? У нас вот что-то, кстати, в Москве похолодало. Мы вчера. Подбегаете такой ледяной воздух. Вчера идем с друзьями, подбегает парень такой, о! Я замерз. Я говорю, поздравляю тебя, я тоже. Так мы и разбежались. На самом деле ветер ледяной, такое ощущение, что вообще холодно. Градуса 3-4. У Маси нет татуировок. Ась, привет, где ты работала раньше? Первая моя работа была... я работала в ювелирном салоне и ломбарде. Да, это моя самая первая работа. А потом она работала в знаменитой сети. Ага, очень знаменитой сети, да, работала. Вот. Масин, аккуратно, чтобы тебе не полезло, смотри, дальше. Подожди, мам. Картошечку теперь размещаем сверху аккуратно на ребрышке. Так, из Испании нам привет. Ну, в Испании это вообще точно тепло. Все нам передают приветы. В зависимости где это? Валенсия, да. Где-то может быть не холодно. Да. Ну, не знаю. У них же есть... Что, тоже бывает холодно? Да. Mucho nublado. Cuando atonio. В Казани очень холодно, говорят, да. Добрый денечко, что готовим? Свиные ребрышки готовим с картошкой. Классика. Вкусно. Так, я уже сказала, что мы готовим. Можно ли заниматься при поликистозе яичников? А это у доктора спросите. Я не знаю. В Минске тепло. О, видите, как хорошо. Это очень красиво. Повезло твоему мужу. Ой, мама. Вася, что обычно Саша дарит тебе на день рождения? А я вам так скажу. Ни я, ни он, мы как-то не дарим подарки. Мы что-то вот покупаем такое большое, глобальное. Вот. А чтобы так, какие-то конкретные подарки, ну, не знаю. Ой, Вася, как я тебя люблю смотреть. Очень классно. Это? Спасибо. Я пошел. Это? Давай. Ну, короткий. Давай. Вот так вот. Натираем сырик на терке. Так, можно качать пресс, если есть эрозия? Ой, это, слушайте, такие вопросы лучше задавать докторам. Так, Канарские острова, Тенерифе, у нас там всегда тепло, приезжайте в отпуск. Прикольно вам, молодцы. Да, клево. Представляешь, вот кто-то живет всегда на море, всегда смотрит на море. А что мне мешает? Да. Как относитесь к питанию на соках? А белок вы где будете получать? На соках. На соках? Ага. А потом что? Потом так. Как-то так. Саня преобразится вообще в красавца. Да, это точно.
Не боишься, что уведут меня бразильские мулатки? Ну, пусть их ведут. Я что, тебе совсем не нужен, да? Не нужен, но я никогда не буду бегать и кричать. Нет, не уходи, я ой, все прощу. Давай так поиграем сегодня вечером. Покажи. Что я должна буду бегать за тобой, да, говорить, кричать. Не уходи? Да. Это с такой ремонт играем? Да. Ну ладно, показывай, Мазя. Так, дожди, мам. И дальше аккуратно распределяем вот так вот сырик. Вот сырик ты рано, мам, закладываешь. Я сверху его закрою сейчас помидорками, и там все будет как надо. Ну ладно. У меня все продумано. Так. Знаешь, недоверие, недоверие в семье – это очень печальная вещь, которую... Бразильские мулатки. Там ему там бразильских мулаток. Ну, эх, Машке будут не мулатки, повезло. Пускай просто... Шпаки, простите измену, я нет. А я да. Это мой не первый брак. У меня, знаете, я... Показывай. Ревнивая. И так, знаете, это вот моя, понимаете, святость. Моя святость. И не дай Боже! Это святость. У меня что-то... Давай, тут. Показывай. Сейчас хочу... Давай. Нарезаем помидорку, но помним, что вот козий сыр оттеняет вот эти все вещи гораздо ярче, чем коровий. Вот такие вот дела. Так, мне кажется, что вот такая идеальная пара, что других таких не найти, поэтому Саша никто не уведет. Нет такой второй, как Мася. Мася, знаете еще какая? Давай. Мам, подожди. Теперь закладываем все это помидорками, чтобы у нас не погорело, и будет у нас такой микроклимат на ребрышках. Микроклимат на ребрышках. Это охереть можно. У Саши глаза горят сегодня, выкрутыши. Долго за картошкой ходила, ждать тебя на работе. Ну, слушайте, нет, я нормально. Кстати, да, я пришла, а тетеньки в магазине нету. Хоть заходи и бери сама картошку. Ты думаешь, я дегенерат просто так стоять? Извините, мама. Ну и ставим всю эту вкусняшку на 25 минут на 200 градусов. Все, мам, это видео у тебя закончилось? Нет, я потом буду показывать, какое оно получилось. А, ну ладно, 48 там секунд. Ладно, давайте договорим. Саша тоже будет сдувать. Мы будем там форму ему переделывать. Так, я там что-то пропустила. Всем приветики. Так. Привет. У Маси рост 172. Знаете, как это рост про детей. Саша, ты крутыш, а Масяня твоя крутышка. А-а-а. Что? Крымская клубничка. Да. Она совсем иная, но очень-очень вкусная. Иная, другая. Ей захотелось. Ну, не знаю. Просят показать интимные игрушки. Ну, нет, это пока нельзя. Тем более в прямом эфире такие вещи. Мася так похудела, красотка, спасибо. Так, как смотрите на белковую диету, тоже уже рассказывала. И даже статью вообще про диеты писала. Посмотрите у меня под фотопостом. Такая черно-белая фотография. Мася, вы любите томатный сок? Даже не знаю, что вам сказать. Он много соли содержит, и потом так отекаешь с него, поэтому я, ну, крайне... Кровь убитых помидоров. Кровь убитых помидоров? Нет. Нет. Мы похудничали. Так, сколько приемов пищи? 5-6 раз кушаю. Скажите, просто 167, сколько должен быть вес? А нету таких параметров. Кто вам сказал такую глупость? Как фильм называется? Показываем сторис. Сейчас Маська покажет. Сейчас я, да, мне надо посмотреть. У меня там где-то это записано. На Саша Мася Лайф сторисы повыкладываем о том, что смотрим. В Алматы мы не были. Делали булхорн. А что это такое? А, это вот это, по-моему, да, какая-то штука такая вот. По-моему, так. Не, не делали. Я буду делать. Он, да. Он вот сейчас это. Как раз у Ариса будет. Сейчас посмотрим. Смотри, потому что я смотрю, вот у многих все-таки, наверное, это какая-то операция сделана. Да. Вот это вот. Потому что не у кого это губы. Сейчас мы посмотрим на тебя, потому что я сделаю. Правильно. Знаешь, почему? Хорошо, когда мужик готовит. Да. Если бы еще и убирался, за собой вообще цены не было. Это кто? Это ты пишешь? Там, или там пишут, или ты сказала? Нет, там пишут нам. Понимаешь, говорят, вот если ты еще убираешь... Не, не надо, знаете, он так убирается, что я не могу. Что? Ну, мне лучше самой убраться, мам. Мам, не лезай меня. Мам, ну, пожалуйста. А вы знаете, где у Маси самая такая зона? Где? Мама, ну, зачем ты всем рассказываешь? Ну, мама, это вот нехорошо прям в прямом эфире делать мне шурум-бурум. Масяныш, приезжайте в древний город. Ой, где такой Преславль? Где-то рядом.
Корсет, про корсет тоже скоро все рассказываем. Мы носим каждый день, но надо правильно подобрать его. Угу. Почему айфон мы не пользуемся? У меня вот есть один айфон, я на нем письма пишу. Угу. Да, потому что я ненавижу на Самсунге писать. А там очень удобно. Кому? Дедушке Морозу? Нет, ну я пишу там всякие, знаешь, там мысли свои иногда умные. Крестик у меня еще в Крыму нет. Вот, видите, потому и нету. Вся, да вы что? Вся идет сюда. А что они тогда нам под Крымской продают? Извините. Там написано «Крымская клубника». Значит, крымская. А если пишешь, что в Крыму нет клубники, откуда вам она тогда? С какого это она Крыма? На дым приезжайте. Что лучше есть на завтрак? Да. Слушайте, ну смотри, а чего вы как... Мама! Сегодня будет отрывать Вова Дивана, мама не кусай меня! Будет! Будет? Точно? Да, ты будешь турецкая тепличная. Вот я тоже про это думаю, что скорее всего. Ладно, Масюха, поболтай ты, я сейчас быстро все уберу. Че, я? Да, поболтай. А то все время я болтаю. Ты какой-то лучше получается. Ты хоть да? Когда ты болтаешь? А что? Дон Кихот и его верный друг Санчо Пансо. То ты? То ты? Люблю тебя, не могу, мам. Холодно с ним гулять. Душевная ты у меня такая. Да? Угу. Пойдем поваляемся голенькие. Хороший план, так а что да, болтать? Давай потом уберемся, пойдем в кроватку валяться голенькие. Голенькие? Да. Вот сейчас все репетузы снимем, будет нам хорошо, да, счастье? Все, я взял уже. На бегу снимаю. Ладно, все, ждите, когда будет вкусно. Да. Так, время надо засечь.